если объявляется военное положение, то следом должны объявить эвакуацию граждан с неподконтрольных территорий. То есть как это было во времена Второй мировой в Советском Союзе. Объявили военное положение, подогнали эшелоны к линии фронта, граждан, которые хотели, имели возможность покинуть эту оккупированную территорию, они грузились, их отвозили и предоставляли им жилье, работу и какой-то минимальный соцпакет. То есть сейчас, вот, если объявляется военное положение и, естественно, объявляются эти территории оккупированными, то мы должны объявить эвакуацию граждан и как-то позаботиться о них. Ну, именно поэтому это не делается. Есть возможность оголосить военный стан на частине территории? Ну, рассматривается такая возможность, но даже если бы объявили военный стан, военное положение не в стране в целом, а хотя бы на тех территориях, это бы уже было бы основанием и для эвакуации граждан, и для предъявления каких-то исков к самой Российской Федерации за захват территории Украины.